интересно, как Аня взяла сама аудиогид и поняла, что, как им пользоваться? Thank you. Yeah. Thank you, madam. Давай я пойду спрошу, хочешь? Конечно, хочу. Пойдем. Я там фотографировал. Yeah, excuse me. I think my wife not clear 100%. That's not a problem. I think we have to find the number. Yeah, it's this one. Press the number here and press the green one. Yes. And that's always outside. Uh-huh. So we're here. Yeah, we are here, exactly. Yeah. Kitchen. So we'll find this number and use it, yeah? It's this one over here. It's on the map, it's on one of these. Okay. Have you got one? Yeah, I think so. Yeah? Mm-hmm. So that's the number, so that number in there. Okay, thank you. Какой-то аудиогид. Я так понял, уже настроен он. Пойдем посмотрим. Аня уже там слушает в телефон. Ну ты разобралась? Да. Ну какой эх. А где ты нашла номер? Какой номер ты нашла? Я выбрала пока первый, 750-й. Ну тут нечего слушать, это реклама. Все, следующее. Что, пойдем на кухню тогда? Я 750-й слышу. Да, только. 751-й. 1515-й. 1515-й год. Сколько лет дворцу? Ну что, мы заходим на кухню. Вот, это значит дворец, в котором жило большое количество королей, в том числе Генри VIII, один из самых знаменитых, как говорят. Вот. И говорят так, что если что-то открыто, мы можем заходить. Если дверь закрыта, соответственно, мы этого сделать не сможем. Свежее мясо абсолютно. Да, я тебе уверяю. Это, наверное, не...
English pie. Видишь, мясные пироги. Фотографии, да? У нас будет видео. Фотографии будут.